Привет! А это вот мой бегемотик, которого я обещала показать, когда снимала видео про пряжу для игрушек. Я его как раз только тогда начала. Ну, я его, конечно, связала уже давно, только не было возможности показать вам. Ну, вот такой вот зверек у меня получился. Это девочка. Бегемотик. Такая вот она у меня получилась с бантиком. В юбочке в такой вот кружевной. Кому интересно, пишите, чтобы мы эту игрушку разобрали. Как ее вязать, как я ее вязала. Такая интересная бегемотиха получилась. Такая вот девочка. Красавица.